Об искажении обменных курсов заявил премьер Казахстана Алихан Смаилов. Речь идет о валютах стран Евразийского союза. Именно несоответствие котировок, по его мнению, затрудняет торговлю между странами и приводит к росту цен. Об этом премьер-министр высказался на заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате. За полгода цены на продовольствие в странах Евразийского союза выросли почти на 13%. Причина в том, что стоимость валют ЕАЭС формируется, исходя из их курса к доллару, отметил Смаилов. Необходимо обсудить формирование обменных курсов с главами центробанков стран-участниц союза к очередному заседанию межправительственного совета, считает премьер. Это поможет стабилизировать ситуацию на валютном рынке. Также Алихан Смаилов призвал обеспечить свободу транзита товаров между странами для развития экспорта. Для этого придется модернизировать транспортные коридоры в направлениях восток-запад и север-юг.